Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Всем привет! Корейские автомобили тихо подкрались к своим конкурентам из Японии и Германии и отобрали у них очень большую часть поклонников. Неудивительно, потому что в 2010-х Hyundai и Kia плодили бестселлеры, которые полностью устраивали обычных владельцев. А вот как ведут себя эти машины спустя 10 лет эксплуатации? Итак, вы на канале АвтоСтронг, и мы начинаем. Kia Sportage 3 и Hyundai iX35 появились в 2010 году и сразу стали популярными и отправились на смену поколений в конце 2016 года. Это и вправду очень удачные машины, успех которых обусловлен в том числе и 5-летней гарантией. Интересно, живы ли эти автомобили спустя 10 лет? Сейчас будем разбираться. У первых машин болячек хватало. Дилеры почти все проблемы устраняли за свой счет. Вообще, владельцы Hyundai и Kia довольны этими автомобилями. Но не стоит слепо верить в корейское качество и пренебрегать некоторыми профилактическими ремонтами. Кузов этих кроссоверов обычно не дает поводов для беспокойства о коррозии. Но все-таки после 5-10 лет наших зим коррозия может появиться. Уже есть случаи сквозной коррозии арок задних крыльев. Еще вспучивание краски и ручейки могут появиться на боковых дверях изнутри. Дело в том, что здесь внизу есть стыки панелей, и именно здесь может развиться коррозия. Сколы краски на кузовах корейских кроссоверов появлялись и появляются достаточно быстро. Заводская краска слабовата, но хорошая новость в том, что металл в этих кратерах не ржавеет быстро, и также краска вокруг них не вспучивается. Надо иногда подкрашивать эти места, потому что в течение года они, скорее всего, покроются рыжиками. И, кстати, поводки дворников тоже рано обрастают жуками. В поисках коррозии заглянем в салон и обратим внимание на салазки передних сидений. Дело в том, что краска с них слазит, и здесь образуется коррозия. Раз уж заглянули в салон, то внимательно осмотрим обивку сиденья. Дело в том, что боковина сидушки протирается из-за острой детали каркаса сиденья. Вот эта острая деталь буквально разрезает щеку сидушки. Дилеры эту проблему решали по гарантии установкой пластиковой накладки на вот эту острую деталь. А вот некоторые владельцы не заезжали к дилеру, снимали обшивку и обтачивали острый край. А вот если владелец Kia Sportage или Hyundai iX35 крупной комплектации, то тогда каркас сидушки под его весом может настругать поролонный наполнитель. В этом случае будут крошки поролона под сиденьем. Еще многих владельцев корейских автомобилей, то есть Kia Sportage и Hyundai iX35, беспокоит самоопускание водительского кресла. Обратите внимание, где находится рычаг, который поднимает и опускает сиденье. Так вот, самоопускание происходит из-за того, что водитель при выходе из автомобиля нажимает на вот этот рычаг бедром левой ноги. Именно из-за этого и происходит самоопускание. В редких комплектациях с панорамной крышей и люком этот самый люк может поскрипывать при проезде по неровностям. А также, если попытаться открыть этот люк зимой, то он может перекосить на направляющих и заклинить.
Интерьер этого кроссовера сделан добротно. Естественно, все зависит от интенсивности эксплуатации. Ну, что можно сказать? Обивка руля под кожу, можно сказать, быстро протирается, и владельцы обращаются в соответствующее ателье для того, чтобы исправить этот небольшой косячок. Также есть нюансы вот в этой краске серебрянки. Она иногда протирается. Ну, а теперь поговорим о двигателях. Особого внимания требует основной 2-литровый бензиновый двигатель. У этого мотора легкосплавный блок, чугунные гильзы, 2 фазовращателя, а также цепной привод ГРМ. Моторы до рестайлинга и после рестайлинга немного разные. Они имеют обозначение G4KD и G4NA. Основное отличие в том, что у первого нет гидрокомпенсаторов, но есть маслофорсунки, а у второго все наоборот. Отметим, что масляные форсунки на моторах G4NA появились на Sportage и Tucson, ну, то есть iX35 новых поколений с 2017 года. Эти моторы стали печально известны тем, что в их цилиндрах появлялись задиры. В итоге моторы начинали шуметь и шелестеть, а звук доносился на уровне поршневых юбок при перекладке поршней в верхней мертвой точке. Далее все шло по наклонной, появлялся масложор, и мотор продолжал шуметь даже в прогретом состоянии. В итоге все заканчивалось расточкой гильз под ремонтный размер. А в моторах G4NA при капремонте еще врезали форсунки для орошения поршней маслом. Эта проблема довольно распространенная, и поэтому осмотр цилиндров перед покупкой автоэндоскопом обязательно. Так вот, эта проблема, то есть появление задиров, по мнению производителей, заключается в том, что моторное масло разжижается топливом, соответственно, смазка цилиндропоршневой группы ухудшается, появляется сухое трение, и это приводит к задирам. А вот у народных мастеров другое мнение. Они винят в проблеме недостаточное охлаждение цилиндров. То есть, по их мнению, охлаждающая жидкость вяло циркулирует в открытой рубашке охлаждения, что и приводит к перегреву поршней. Эти же умельцы советуют сверлить дополнительные отверстия в прокладке ГБЦ, через которые охлаждающая жидкость быстрее доходит в ГБЦ, а далее через термостат в радиаторы. Да, вы все правильно поняли. Дело в том, что в ГБЦ есть лишние каналы над рубашкой охлаждения блока, но они закрыты практически глухой прокладкой ГБЦ. Кстати, производитель со временем внес изменения касательно помпы. Ее шкив был уменьшен для увеличения скорости ее вращения. Соответственно, увеличилась скорость антифриза, протекающего через блок. Ну, а в остальном 2-литровый бензиновый атмосферник ничем не примечателен. Его цепь ГРМ едва ли выхаживает 200 тысяч километров. Остальные бензиновые двигатели встречаются реже, но проблемы у них практически такие же. Прямовпрысковый атмосферник объемом 1,6 не имеет гидрокомпенсаторов, также способен огорчить задирами в цилиндрах, и не стоит забывать про замену цепи ГРМ. А вот 2-литровый атмосферник способен огорчить задирами в цилиндрах по уже озвученным причинам. Редкий темпераментный 2.0 турбо вроде бы не имеет проблем с охлаждением и задирами, но может огорчить проворачиванием вкладышей. На везенных из США Kia Sportage и iX35 обычно установлен 2,4-литровый атмосферник. Если пренебрегать масляным сервисом и эксплуатировать автомобили с грязными радиаторами, то тогда появятся и задиры, и провернутые вкладыши. Вот мы и добрались до турбодизельных версий этих кроссоверов.
доступны версии 1.7 и 2.0. Встречаются не так часто, многие из таких машин были завезены из Европы. Эти дизельные двигатели с топливной системой Common Rail от Bosch не сулят больших механических проблем. С системами экологии и с турбинами у них все в порядке. А вот демпферный шкив коленвала здесь является расходником, ходит примерно 80 тысяч километров. Топливная система, естественно, не любит некачественные солярки и езды на почти пустом баке. Kia Sportage и Hyundai iX35 оснащались двумя МКПП – пятиступенчатой и шестиступенчатой. Пятиступенчатой – ранние машины, шестиступенчатой – поздние машины. Однако все автомобили с дизельными моторами во все времена оснащались шестиступенчатыми МКПП. Это хорошие и ресурсные агрегаты. Однако стоит менять масло вовремя, потому что на масле, которое уже отработало свой срок, либо же при низком уровне масла обнаруживается износ подшипников валов. А двухпедальные машины оснащались шестиступенчатой гидромеханикой серии А6. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Обязательно посмотрите. Эти трансмиссии в первые годы выпуска пережили все свои детские болезни, которые по итогу были исправлены. И теперь эти трансмиссии радуют надежностью, способны пройти 300 тысяч километров. Но на этом пути, скорее всего, потребуют ремонта из-за обрыва шлицов в дифференциале. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошая новость. Теперь в «АвтоСтронге» вы можете купить не только БУ, но и новые запчасти. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры и заходите на наш сайт. Будем рады вам помочь. Те, кто не подписался на ТикТок, обязательно подпишитесь. Там очень много юмора, технической информации и вообще много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. В целом же в подвеске корейских кроссоверов никаких откровений нет. Спереди стойкий Макферсон, сзади многорычажка. В первые годы выпуска амортизаторы и сайлентблоки огорчали преждевременным выходом из строя. Но все эти проблемы решались по гарантии. В целом же подвеска этих корейских кроссоверов надежно и радует долгим сроком службы. Оригинальные стойки переднего стабилизатора обойдутся $22. Оригинальные втулки по $4. Шаровая опора меняется легко и просто. В оригинале она держится на 3 болтах. Она стоит $25. Сайлентблоки переднего рычага стоят по $7-$13. Подшипники амортизационных стоек передних стоят дешевле $30, а ступичные подшипники стоят по $45, а выхаживают 200 тысяч километров. Все сайлентблоки задней подвески, даже крохотные втулки поперечных рычагов продаются по отдельности. Цена за пару $10. Самый дорогой сайлентблок – это сайлентблок передний продольного рычага. Стоит он $40. В последние годы замечают поломку заднего стабилизатора. Он обламывается с краю. Вообще весь торсион стабилизатора со втулками и тягами оценивается по оригиналу в $110. Полный привод на Kia Sportage и Hyundai iX35 требует внимания. Дело в том, что корейские инженеры умудрились сделать так, что шлицы вала на соединении КПП и раздаточной коробки быстро ржавеют. Туда попадает влага и грязь. Затем шлицевые соединения начинают шуметь, а в один момент шлицевало может срезать, и тогда автомобиль лишается полного привода. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, надо набивать шлицевые соединения консистентной смазкой. Если этого не делать,
то в эти соединения набьется грязная влажная масса, которая убивает шлицы. А вообще ремонт входного вала раздаточной коробки уже успешно выполняется специализированными мастерскими. Кстати, жертвой коррозии могут стать шлицы промежуточного вала, соединяющие правую ось. Меры те же. Набивать смазкой. На рестайлинговых Kia Sportage и iX35 промежуточный вал находится снаружи, а не внутри. Промежуточный подшипник может попроситься на замену при пробеге в 150 тысяч километров. Промежуточный подшипник с валом по оригиналу обойдется $80. И, кстати, масло в раздаточной коробке и в редукторах надо менять каждые 50 тысяч километров. Подвесной подшипник карданного вала может загудеть к пробегу в 150 тысяч километров, но стоит подшипник с ремкомплектом оригинальный всего лишь $100. Неоригинальных предложений хватает, потому что это очень частая проблема корейских кроссоверов. В заднем редукторе тоже надо менять масло. Для этого используется специальная жидкость DTF1. И если пренебрегать таким обслуживанием, то во время разворотов и крутых поворотов могут появиться подергивания, а при первом же гололеде окажется, что кроссовер стал переднеприводным. Еще не так уж редко в задних редукторах корейских кроссоверов обламывается шлицевая втулка на соединении с барабаном фрикционов. Некоторые мастерские приваривают втулку обратно к барабану. Еще задний редуктор, в который встроена электрогидравлическая муфта, может напиться воды при пересечении глубоководного. Водные преграды. Вода туда попадает через сапун, если машина проведет в воде буквально пару минут. Как видите, корейские кроссоверы-близнецы Sportage и iX35 оказались надежными и неприхотливыми. Но с бензиновыми моторами засада уже очень быстро образуются задиры буквально на всех моторах. В целом же все просто, недорого и надежно. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, а также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».